Сияющий Magikarp, только в Макдональдс. Поэтому, Кристинушка, не знаю насчет этой рыбки. По-моему, она должна светиться. Может быть. Всем привет, я написала Кристина, но и гусочки Гопс. Нет, Гопсмаксы уже были, Кристинушка. Да. Это продолжение серии Покемоны. Да. Всем привет, друзья, вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня у нас продолжение серии покемончиков. Да. А знаешь, что общего между Гопсмаксами и вот этими вот чудо-зверюшками? То, что сейчас уже игрушки пошли опять в разнобой. И опять есть повторки, поэтому... Что там нарисовано? Рыбка, ты бы хотела рисунка рыбку? Да. Ну, загадай желание, может тебе попадется. Ну что, открывай. Открывай Happy Meal и смотрим, уточка. Что там. Уточка, давай я тебе помогу открыть. Уточка. А ну-ка доставай, кто там? Да. Уточка или рыбка это? Уточка. А то они обе желтые. Кристинушка, ты знаешь, если тебе сегодня попадется рыбка, она будет необычная, она будет волшебная, она будет чудо, она будет, по-моему, еще у нас и светиться. А что уточка делает? Она что-то должна делать. А ну дай я посмотрю. Ага, Кристинушка, у нее сзади хвостик. И смотри, вот так вот мы этот хвостик в какую сторону крутим. Не, он в одну сторону. В одну сторону крутится хвостик, смотри. И она нам машет. Только не просто машет в стороны, а когда одной ручкой в одну сторону, а другой в другую. И показывает направление, куда лететь. Кря-кря-кря. Я хочу лететь туда. Макдональдс там. Там очень вкусно пахнет, разными вкусняшками. А может там друг еще какой-то есть или подружка? Ну давай доставай, Кристиночка. Так. Yes, Кристинушка. А мы пока посмотрим, что у нас здесь за карточка. На карточке у нас нарисовано, похоже на шиншиллу, Кристинушка. Хотела бы шиншиллу настоящую домой? Я хотела шиншиллу. Может быть, скоро появится. Так что, зрители, ждите. Да. Возможно, у нас будет скоро зверек шиншилла. Да, настоящий. Да, смотри. И вот это вот она, Кристинушка, да? Отдыхать, да? Отдыхать поедет шиншилла. А ну-ка давай рыбку доставай. Вот. А вот, Кристинушка, и вот это чудо-рыбка, о которой все говорят. Она почему-то считается какой-то уникальной, не знаю почему. Она, наверное, едет. У нее есть колесико, она едет. Но помимо этого, Кристинушка, по-моему, она еще как-то должна светиться. Либо должна попасться какая-то уникальная рыбка, которая должна светиться. Дело в том, что если взять коробочку и посмотреть на саму коробочку, вот, написано... Сияющий Magikarp, только в Макдональдс. Поэтому, Кристинушка, не знаю насчет этой рыбки. По-моему, она должна светиться. Может быть, у нее какая-то здесь динамо-машина. И когда она крутится, должна светиться. Ну, во всяком случае, когда она едет, у нее хвостик крутится. А насчет того, светится или нет, Кристина, мы, наверное, это дома уже проверим. Да? А пока она, смотри, едет и хвостиком вот так вот машет нам. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну что, Кристинушка, у нас еще есть сюрпризы, это еще не все. Давай мы еще посмотрим. По крайней мере, из тех, которые не были ни повторки, еще вот такая вот игрушечка у нас попалась. Лисенок! А кто это, Кристинушка? Это лисенок! Лисенок? Может быть и лисенок. Может быть и лисенок. Ты видишь? Да, в прошлый раз у нас тоже попалось что-то похожее на лиса, нас, правда... Наши друзья в комментариях написали, что это не лисичка была, а собачка. А вот это уже, Кристина, похоже на лисичку. А ну-ка давай я покажу сначала зрителям. Какой-то хвост у нее, Кристина. Помнишь, когда мы ходили в зоопарк, мы видели павлина. Так вот, эта собачка похожа на павлина. У нее, в общем, не знаю, у нее просто хвостик вот так немножко двигается. И голова вот так вот. О, смотри. В общем, вот такая вот у нас собачка. Так что, Кристина, кто тебе больше всего понравился? Есть у нас собачка, есть рыбка и есть вот такая уточка. А что у нас с карточками? Карточки мы смотрели или нет вообще, Кристина? Здесь у нас котик какой-то. Эту мы смотрели. У нас здесь мышка. Похоже на... На кого похоже, Кристинушка? Похоже на... А что ты? Что ты ушки закрыл? Шум какой-то, да? Что-то шумит здесь, не знаю, что-то... Может, это кто-то включил? Я повторяю за уточкой. А, за уточкой повторяешь. А я думаю, что тебе шумно? А уточка просто так делает. Ну, класс. Смотри, Кристина, а, смотри, как мама... Мама нашла секрет, оказывается. Смотри, Кристина, мама секрет нашла.
за хвостик, когда поворачиваешь, у нас она начинает головкой махать. Вот такие, в общем, у нас сегодня попались замечательные игрушечки. Класс! Всем пока-пока, по YouTube, Бабья канал! Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии, новые видео и новые впечатления. И ставьте лайки! Ставьте лайки! Пока-пока!